Привет всем! Привет, на канале Дарья Дроздова. Сегодня у нас 8 января. Мы находимся в Добрыне. Это такой классный комплекс для отдыха. В Гуамке. Так что, кому нравится видео, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал. А мы вам покажем все самое интересное. Вот, друзья, для вас снимаю обзор номера Добрыня. Такой вот гостиничный комплекс, отдыхательно-развлекательный, скажем так. Вот, смотрите, это обзор номера. Все остальное будет дальше. У нас при входе вот такое зеркало с вешалками. Тапочки. Это большой плюс. Открываем с вами шкаф. Тут у нас постельная. Здесь халатики у нас лежали. А тут у нас Тимур. И Тимурчик уже зашел. Привет, привет. Привет. Вот. Так, идем дальше. Телевизор. Очень хорошо. Дальше у нас идет стол, зеркало, чайник, чашки, ложки, чай, сахар. Видимо, там что-то еще, сливки или что-то такое. Обязательно вот это такой плюс, когда дают водичку и прямо под маркой. Это очень-очень нам нравится с Тимурчиком. Да, Тимурчик? Да. Вот, дальше. В предыдущем отеле, гостинице нам пришлось выпрашивать вилки, такие стаканы, так нам и не дали. Шампанское мы пили из чайных кружек, да? Здесь предусмотрены тарелочки, если вдруг что-то захотят покушать. Все. Также лежит меню. Вот, пожалуйста, можно заказать. Кондиционер есть. Большая кровать, мягкая очень. Халаты. Это такое преимущество, потому что здесь два бассейна. Здесь сауна, здесь халаты просто необходимы. Это плюс. По стоимости сколько? 5 с чем-то получается, да? Да. Включены бассейны. Включены, да, сауна, бассейны. Вы с этой стороны спите? Я, как всегда, здесь. Он уже место себе тут располагает, где он будет спать. У нас номер на 3-м этаже, мансарда. Да, кстати, можно проверить. Дальше. Пойдемте. Вообще отлично. В санузел. Так. Ну, санузел. Да, сейчас посмотрю. Здесь есть фен. Мыло. Полотенце. Вот. В душе есть полочка. Это плюс, огромный плюс. Потому что в предыдущем отеле полочки не было. Приходилось все как-то то на пол, то еще куда-то. Есть гель для душа. Такая вешалка. Приятно, тепло. Атмосфера прям такая, ну, душевная. Вот это что касается номера. Тимурчик, ну вот вообще тебе что скажешь? Ну, есть уютненько, да. Приглушенный свет, это светильнички такие, это тоже плюс. Но здесь как бы все проработано, здесь уже четко, здесь уже все. Даже вид из окна мне нравится, слушай. Да, тут соседи, у них тоже, ну, красиво там. Вот. Да, вот там тоже бассейн. Бассейны такой. Прям такие большие, вон, видишь, вот это вот сюда закрыть. Да, красиво тут, если так вот так приблизить там. Территория такая. Mm-hmm. Ну, у нас тоже такая же красивая территория. Да. Вот чуть позже покажем. Ну что, Тимурчик, с Рождеством! Пошли, пошли, пошли. Дождик начался, но ничего. У нас сегодня Рождество и плюс 12. Пойдем. Пойдем. Батюшка, самое главное, то, что по-любому она плотная. Вообще, 30 градусов. Отлично. Там сиди. Да. Дождь не, скажи еще, сейчас пиво за 60 рублей. Пиво да, за 60 рублей. Разливное собственного производства здесь варят. Отлично. Я сам в шоке, честно говоря. Идем? Идем. Заходи. А. Вот. Что тут?
Кто хочет там позаниматься после песка, пожалуйста, вот, тренажерный зал. А ты идешь сейчас куда? Я в раздевалку. Раздевалку идет, а? В раздевалочке есть душ, вот, пожалуйста. Да? После бассейна можно? Ополоснуться, да. Ну, там финская сауна тоже можно ополоснуться. Ну, естественно, раздевалка, место для отжима своих принадлежностей. Ну, вот. И купальных, и после купальных, там, которые внутри, тоже их можно отжать весь. Короче. А вот свободные кабинки с ключами, да, пожалуйста. Все цивилизованно, как лучше дома. Да, слушай, скажи, пожалуйста, разница есть вот в том месте, где мы были, откуда мы сегодня уехали, и здесь? Ну, в цене, да? Ну, короче, как будто мы из деревни приехали в город. Вот, ну, и тут еще в два раза дешевле. Ну, да. В общем, там сервиса ноль, а по сравнению. Общем, каждому, может, и дикарям нравится там. Вот так. Тимурчик вышел из сауны. Вот они молодцы. Идеальная температура. 80. И девочки сидят, и мальчики, да ну все в кучу, как бы. И всем по кайфу. Не сотка, когда топит. Но я взял бутылочку, потому что там никто не знает, как поддать парку. Я поддам. Наберу эту бутылочку и поддам. А где ты бутылочку вообще взял? Да, там она лежала, значит, кто-то поддавал уже. Хороший пример, заразительный. Хитренький какой. Ну как? Там общая. Там с девочками, с мальчиками. Ты на фоне двух сердец. Отель Добрыня. Друзья, ну, в общем, хочу вам показать именно обстановку на бассейне, как тут, насколько тут хорошо, насколько тут интересно и насколько тут красиво. Давайте посмотрите, пожалуйста. Здесь теплая вода, обалденная. Люди здесь отдыхают, кайфуют. Тут даже зимой сауна. Значит, вы можете погреться. Потом пойти в бассейн. В бассейне есть еще такие гейзеры. Да, вот Тимурчик сидит, тут кайфует. Он сейчас вам расскажет, как тут классно. Классно тебе тут, да? Обалденно. Бурлю. Бурлю? Это не я бурлю, это бассейн бурлит. Бассейн бурлит. Понятно. Короче, так вот вообще. Здесь вот такая вывеска интересная. Тут пишут: хорошего отдыха. Ну, приятного отдыха. Даже идет дождь, и в воде очень-очень-очень комфортно. Особенно, когда выйдешь из сауны. Здесь есть кафе, могут вам приготовить пиццу. В общем, сюда можно приехать просто на один день, не обязательно жить в номере. Так что как-то так. Все, Тимурчик собирается, никак не может прическу уложить. Все, мы идем. Я все уже уложил. Пошли мы в кафе. На ужин. После бассейна, конечно. Ну, на ужин как, мы сами так будем заказывать. Да, сами будем заказывать. После бассейна, конечно же, такое состояние усталости легкой. Вот так вот спускаемся вниз. Красота-то какая, посмотрите. Новогодние украшения, елочка. Мы сейчас на ресепшене, там такая елка, прям очень красивая. Бывают такие елки обычные, да? Там такая красивая елка. Очень красивая елка. Вот она. И не одна, кстати, их тут две. Какая красивая елочка. И я тут такая с елочкой. Ресепшн. Ну вот, пришли мы в кафе. Сейчас что-нибудь поужинаем. Тимурчик. Тут вот такая обстановочка. Все мигает, все в огоньках. Дед Мороз. Телевизор. Классно. А вот Тимурчику в такой вот харчо принесли. Да. У меня солянка мясная, сборная. Будем ужинать. Так что нам приятного аппетита, да, Тимурчик? Да, приятного аппетита.